В обновленном здании Дома культуры «Новая жизнь» началась и у ансамбля русской песни «Любава». Тамара и Николай Глушенко руководят хором 3 года. Николай Сергеевич даже песни пишет для коллектива. Мы добиваемся, естественно, по возможности, что можно добиться, чистоты звучания, уровня, так сказать, исполнительского мастерства достаточного. И народ, то есть люди это чувствуют, они с удовольствием поют. На юбилейном концерте «Любаву» поздравили с присвоением почетного звания «Народный самодеятельный коллектив». Хуторяне поют, танцуют и занимаются спортом еще в 12 коллективах. «Ритмы планеты», «Соловушка», «Ромашка» и другие. Поздравить коллег приехали творческие коллективы из городского театра, станицы Гастагаевской, Юровки. Старые друзья с трудом узнавали учреждение культуры. Настолько оно преобразилось. Было отремонтировано практически все. Зрительный зал, хореографический класс, кружковые комнаты, спортивный зал, были поменены окна, кровля. Ну, очень много было сделано. В прошлом году полуразрушенное здание Дома культуры посетил глава муниципального образования Сергей Сергеев. Из бюджета на ремонт выделили 2 миллиона 655 тысяч рублей. От имени мэра его заместитель Людмила Мурашова преподнесла Дому культуры современную музыкальную систему. Пообещали приобрести новый аккордеон. Лет «Любава» радует хуторян своими песнями. В этом году у ансамбля появилось отдельное помещение для репетиций. «Любава» – это наше все. Это наша душа, наше здоровье, наша увлеченность, наше хобби, наша жизнь – и наша молодость. Теперь уже народный самодеятельный коллектив хорошо знают и любят не только в городе, но и в крае.